В Центре культуры и искусства «Спутник» открылась выставка работ живописца нашего края Сергея Черкасова. Подробнее об авторе и его работах расскажем в нашем материале, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Культура в событиях города». Российский живописец, художник, иллюстратор Сергей Михайлович Черкасов родился в городе Артем Приморского края. Учился во Владивостокском художественном училище на живописном отделении. Закончил Дальневосточный государственный педагогический институт искусств. С 1987 года Сергей Черкасов является членом Союза художников России, а в 1999 году получает звание «Заслуженный художник России». Очень приятно то, что это приморский художник. Он родился в городе Артеме, учился в Владивостоке. За его плечами очень большое количество персональных, коллективных выставок, причем как и в России, так и за рубежом. То есть это Япония, Корея, Китай, Израиль. И вот мы очень рады, что его работы некоторые, да, доехали до нас. Мы обратили внимание, что на многих картинах такая техника, брызг. Это фирменный отличительный знак художника или у него есть работы в других техниках и разные направления? Нет, это его отличительный знак, то есть его картины очень узнаваемы, его техника очень узнаваема. И как отмечает сам художник, да, вот как раз вот он, когда искал эту технику, то есть, ну вот, он нашел вот именно вот эту вот воздушность, невесомость, красочность, поэтому его работа всегда можно увидеть и отличить от других. Работы Сергея Черкасова хранятся в фондах Приморской государственной картинной галереи, которая предоставила несколько экземпляров для выставки в Фокинском центре культуры и искусства. Также работы представлены в музее имени Арсеньева во Владивостоке, в галерее «Арка» и корпоративных частных коллекциях по всему миру. Называется выставка «Городской пейзаж» в работах Сергея Черкасова. И в чем интерес, такой вот большой заключается нюанс этой выставки, вы могли это заметить, на работах нет названий. Нет названий у работ, то есть автор тем самым дает возможность зрителю самому пофантазировать и придумать название самому. То есть, ну вот очень так интересно. У кого-то, возможно, какие-то ассоциации возникнут с местом, воспоминания. То есть вот такая вот у нас интересная, красочная, воздушная выставка. Сергей Черкасов является настоящим трудоголиком в творчестве. Он считает, что навыки просто так не появляются. Необходима долгая и упорная работа. Быть одаренным от природы мало. По словам автора, мы хороши индивидуальностью своей. Направлению его творчества нельзя дать однозначного названия. Это многогранный и пластичный реализм. На данный момент в холле «Спутника» представлено 8 картин Сергея Черкасова. Полюбоваться ими может любой желающий. Вход свободный. Отметим, что выставки в Центре культуры и искусства «Спутник» проводятся регулярно. Не упускайте возможность насладиться творческими работами земляков.